И снова привет, с вами опять Олег. Сегодня у меня на обзоре будет очередная модель машинки для стрижки Rimac Ton. Значит, на обзоре у нас сегодня моделька HC5018. Это у нас машинка, которая работает от сети. 10 аксессуаров в комплекте. Собственно, мы сейчас откроем и посмотрим ее немножечко ближе. Значит, обязательным условием гарантии распространяется при наличии вот такого вот официального гарантийного талона. Значит, он дает право на трехлетнюю гарантию. То есть основная гарантия — это 3 года, плюс 1 год можно получить дополнительной гарантии. Расческа, понятное дело, щеточка для шеи вот такая вот у нас идет в комплекте, щетка для чистки волосков с самих ножей машинки. У нас также есть 5 насадок. Я смотрю, они идут с направляющими. Значит, 3, 6, 9, 12 и 18 миллиметров. Ну, соответственно, у нас машинка выглядит вот таким вот образом. Поскольку проводные машинки у Ремингтона одни из самых тихих, мы эту модельку также подключим к сети и послушаем, как же она работает, громко или нет. Ну, соответственно, вот кнопка включения, регулировочка ножей таким вот образом у нее есть. Вот, ну, соответственно, насадочки пристегивается прищелкиванием вот так вот. Так, значит, по самой машинке, да, ножи у нас идут с нержавейки. Ножи с нержавейки. У нас здесь есть всего лишь одна скорость. Включение по мощности двигателя, она идет 5,5 Вт. Особо в руке она не тяжелая. Есть у нее петля для подвешивания. Соответственно, мы ее сейчас подключим и посмотрим, как она громко или тихо работает. В принципе, как и предыдущую модельку, я тестировал HC70. Она, в принципе, также тихо работает. Ну что ж, вот такая вот у нас сегодня модель была на обзоре. Кому понравилось, ставим пальцы вверх. Соответственно, не забываем подписываться на мой канал. Ну, спасибо всем за просмотр. И до новых встреч. Пока!